Здравствуйте, это проект «Квартирный контроль», меня зовут Владимир Гордиенко. В этом обзоре мы посетим один из объектов компании Urban Group. И сразу хочется заметить, какие мастера каламбура работают в этой компании. Ведь мы отправляемся в город Видное, где возводится «Видный город». Это ж какую премию, наверное, получили маркетологи за такую находчивость. А быть может, я зря иронизирую. Вдруг здесь нет никакой игры слов, и город действительно будет очень видный. Поеду проверять. Стартуем от МКАД. Добраться можно аж тремя маршрутами. Я выбрал самый короткий и самый тайный. По полям, селам и деревням. А про остальные расскажу по пути. Поехали! Доехать до Видного города из Москвы на машине можно через Варшавское шоссе, через Старонагорную улицу, которая идет параллельно трассе М4 Дон, и этой неведомой тропой, у которой даже название как у секретного объекта 46N-04-887. Она начинается посередине между Варшавкой и М4. По расстоянию везде выходит примерно одинаково, от 6,5 до 7,5 километров. Да и по времени тоже, согласно Яндекс.Картам, от 9 до 12 минут. Проехали Троицкую церковь. Переезжаем реку Битца, слева Спасское водохранилище. Не знаю, как вам, а мне такие дороги даже нравятся. Ну, не в плане ее раздолбанности, а в том, что она такая живописная и приятная, ну, не как когда ты едешь по какому-то шоссе или автобану. Коттеджи тоже бывают долгостроями. Выезжаем на Расторгуевское шоссе, на котором находится комплекс. Шоссе узкое, всего две полосы, и даже освещения я на нем не вижу. Со слов представителя офиса продаж, с которым я общался по телефону, шоссе обещают расширить до 4 полос. А по градостроительным планам здесь должна будет пройти трасса Солнцево-Бутово-Видное. И тогда есть риск получить здесь вместо 2 полос аж 6. Даже пальцев столько нет, чтобы показать. А то и больше. Хотите, жители Видного города, себе настолько прекрасную доступность под окнами? Думаю, вряд ли. Но по самым свежим новостям на некоторых сайтах строительство этой трассы вроде как вообще стало под вопросом. Максимум она дойдет до Бутова, а у Ленинского района Московской области денег на нее не предвидится. А вот и светский пригород. Так себя называют застройщики, свой стиль. Мы на месте, доехали всего за 11 минут. На общественном транспорте сюда можно добраться без пересадок только от станции метро Анина. На маршрутке 10-19 довезет минут за 20. И пока функционирует офис продаж, до него возят брендированные автобусы от станции метро Бульвара Дмитрия Донского и ЖД станции Расторгуева. Какие? За ворота, там снимайте. Мы буквально тут, нам 5 минут можно, и все, и мы отсюда уйдем. Сейчас подойдет сюда начальство. Через сколько вас здесь не будет? 5 минут. Не будем никого вставлять. Надеюсь. Urban Group, вы же открыты для общественности, да? Мы же не будем ругать вашу охрану, тем более какие добрые идут навстречу. Многие еще ожидают здесь линию скоростного трамвая.
Представители офиса продаж говорят, что она будет, но никакой конкретики по этому вопросу нет. И дальше красивого макета на столе трамвай не поехал. И у многих уже закрадывается подозрение, что все это не более чем красивый рекламный ход застройщиков. Если вы вдруг работаете в департаменте транспорта и у вас есть какая-то инфа, соточка, то пишите ее в комментариях. А мы переходим к комплексу. Жилой комплекс «Видный город» будет представлять собой 17 домов, разбитых на 31 отдельно стоящий корпус высотой от 4 до 8 этажей. В первый этап строительства вошли дома 6, 7 и 9. Выдача ключей по ним планируется в августе 2017 года. Второй этап строительства – это дома 3 и 4. Их сдача намечена на март 2018 года. И сразу за ними будут поспевать корпус 2.2 и дом 5, которые будут вводиться в эксплуатацию в апреле и мае 2018 года, согласно проектным декларациям. С территории офиса продаж нас все же выгнали. Охраняется он не только свирепыми львами, но и бдительными охранниками, которые попросили нас удалиться. Ну да ладно, значит, пойдем ходить, бродить вдоль Расторгуевского шоссе и рассказывать вам о технологии строительства отсюда. Дома строятся по монолитной технологии. Внешние стены выкладываются из газосиликатных блоков. Затем идет слой утеплителя. Облицовка осуществляется кирпичом. Ну а вишенкой на этом пироге стены станут фибробетонные плиты, которые уже и создают уникальный архитектурный облик домов, которому стоит уделить отдельное внимание. Компания Urban Group не строит типовые и скучные жилые комплексы. Все объекты выделяются интересной концепцией и выразительным архитектурным обликом. Для примера достаточно взглянуть на такие ЖК, как Город Набережных, Опалиха, О2, Солнечная система. И Видный город, продолжая концепцию девелопера «Города для жизни», обещает быть действительно видным. Автором проекта стал Максим Атаянс, который уже выступал архитектором в предыдущих объектах застройщика, а также принимал участие в проектировании таких знаковых проектов, как Красная Поляна в Сочи и Судебный квартал в Санкт-Петербурге. Дома будут украшать рустовки, колонны, арки, колоритные балконы, во дворах скульптуры, винтовые дорожки, террасная площадь и другие элементы, свойственные архитектурной классике. А чтобы классика осталась бессмертной и после заселения жильцов, для внешних блоков кондиционеров застройщик обещал предусмотреть сочетающиеся корзины. Площадь квартир в студии от 23 до 29 квадратных метров, однокомнатные от 29 до 42 квадратных метров, двухкомнатные от 42 до 77 квадратных метров, трехкомнатные от 56 до 78 квадратных метров. То есть для искушенного покупателя квартир с выдающимся метражом пока в продаже нет. Стоимость квартир стартует от 2 200 000 рублей, с учетом действующей на декабрь 2016 года скидки в размере 20%. По словам представителя офиса продаж, в январе такой скидки не будет, поэтому об актуальности акции уточняйте по телефону. Реализуется жилье по договору об участии в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом 214. За регистрацию договора и оформление собственности доплачивать ничего не нужно. В комплексе представлены как самые разнообразные планировочные решения, так и нестандартные форматы квартир. Например, хай-флет. Ее отличие от классических квартир в высоких потолках в 3 метра 20 сантиметров. Вместо 2 метров 77. В квартирах формата эколофт потолки еще выше, 3 метра 60 сантиметров. Эколофты располагаются на последних этажах и имеют панорамное остекление. Интересные форматы сити-хаус. Квартира на первом этаже с небольшой террасой. Правда, не ясна ситуация с правами на собственность этой террасы. Она будет схематично прорисована в вашем договоре, но ее площадь никак фигурировать там не будет, как и у всех балконов в комплексе. Продуманная квартира-офис, где имеется отдельный вход, но при этом остается и общий, через который вы сможете незаметно уйти в случае приезда ОБЭП. Также есть двухуровневые квартиры с полностью изолированным вторым этажом или частично с так называемым вторым светом. Планировки представлены на сайте комплекса. Начнем знакомство со студией. Во всех хочется отметить наличие и окна, и выхода на балкон, что редко встречается в подобных квартирах. Это позволяет не только зонировать пространство,
но и при желании полностью разделить кухню с комнатой. Заглянем в самую компактную студию 23 метра. Прихожая очень скромная, 3 метра. Тем не менее, есть небольшая ниша для шкафа. Только здесь совмещенный санузел, во всех остальных квартирах раздельный. На кухню и комнату отведено 16,5 метров. Однокомнатная квартира 30 метров. Прихожая 4,5 метра. Раздельный санузел. Компактная 8-метровая кухня с балконом. 14 метров комната. Сравним с однушкой-распашонкой в 42 метра. Прихожая 7 метров. Раздельный санузел. Значительно подросла кухня до 12 метров. Просторная 18-метровая комната. Посмотрим, как из такого же метража получилась двухкомнатная квартира. Прихожая чуть уменьшилась в 5,5 метров. Но все межкомнатные двери в отдельном коридорчике, поэтому место можно использовать более рационально. Раздельный санузел. В таком исполнении это евро-однушка с просторной кухней-гостиной в 21 метр. Но наличие окна и выхода на балкон позволяет полностью отгородить комнату. Вторая комната 10 метров. Среди больших двухкомнатных обнаружил представительницу формата квартира офис 68 метров. Прихожая 7 метров. Раздельный санузел. Небольшая 8-метровая кухня. Две комнаты 10 и 16 метров. Теперь самая интересная часть. Отдельный вход для посетителей. Рабочее помещение. Второй раздельный санузел, но непонятно, то ли для двух туалетов, то ли для душа, но интересно тогда для какой деятельности. Но как я уже отмечал продуманность этих квартир, две железные двери с полосой препятствий и второй выход помогут вам выиграть несколько минут, если ваша деятельность кому-то покажется подозрительной. Переходим к трехкомнатным, 56 метров. Прихожая тесновато 4,5 метра, еще столько же на коридор. Раздельный санузел. Кухня-гостиная 21 метр с балконом. Возможно разделение. Компактные комнаты 10 и 12 метров. И напоследок интересная трешка 73 метра. С отдельным входом и террасой. Ну чем не таунхаус? Прихожая 12,5 метров с коридором. Раздельный санузел. 10-метровая кухня. Балкон и выход на террасу в одной из комнат. Дома в видном городе делятся на классы. Самый простой класс – это классика. Здесь квартиры представлены без отделки и передаются собственникам в следующем виде. Стены будут возведены только у санузлов, будет стоять входная дверь, двухкамерные стеклопакеты, счетчики, радиаторы с разводкой отопления по полу. Электрику выведут до внутриквартирного щитка. В домах классика Smart все квартиры сдаются с отделкой. На выбор несколько стилей и уровней отделки. Дома класса Суперкомфорт будут отличаться более богатой отделкой входных групп, бесшумными лифтами, электронной системой доступа во двор. В клубных домах ко всем преимуществам класса Суперкомфорт добавится отделка в квартирах. На машине по дворам не покатаетесь. Реализуется концепция «Безопасный двор без машин». Для автомобилей будет построено два подземных паркинга на 1520 машин и мест и наземный паркинг на 800 мест. Помимо этого, с внешних сторон домов будут организованы бесплатные гостевые паркинги. В продажу машиноместа должны поступить с января 2017 года. На цокольных и первых этажах домов имеются кладовые от 3 до 6 квадратных метров. Штука полезная, ведь лучше захламлять квадратные метры в кладовке, чем дорогие квадратные метры в своей квартире. Количество их ограничено, на 4 квартиры только одна кладовка. Стоимость на декабрь 2016 года начинается от 150 тысяч рублей. Жилому комплексу «Видный город», как и положено любому городу для безмятежного существования, нужна своя инфраструктура, социальная в первую очередь, и она здесь появится. Будет 4 детских сада, первый должен заработать в конце 2017 года. Рассчитаны они будут в общем на 280 малышей, что, на мой взгляд, в масштабах этого ЖК маловато, но уверяют, что количество мест рассчитано по статистике уже построенных комплексов девелопера. В сентябре 2018 года откроется общеобразовательная школа на 1125 учеников. Будет поликлиника с детским и взрослым отделением. Обещают, что учреждения станут муниципальными. В середине 2018 года планируется возведение торгового центра. Часть первых этажей будет отведено под коммерческие помещения. За пределами комплекса, буквально по соседству, есть школа. Номер 6.
Причем видно, то ли она новая, то ли хорошо отреставрированная. Муниципальных детских садов в пешей доступности нет. В 7 минутах езды на машине поликлиника. За продуктами можно отправиться в Дикси или Пятерочку. Они в 20 минутах пешком стоят друг напротив друга. За чем-то более основательным нужно будет прокатиться или до торговых центров на МКАДе, или в Бутово, или в центр города Видное. Экология в месте расположения Видного города завидная. Окружение комплекса – это строящийся через дорогу ЖК, частный сектор и большой лесной массив. Ничего вредного или угрожающего здоровью рядом нет. Но некоторое беспокойство на форумах вызывает линия электропередач, идущая между комплексом и лесом. Напряжение этих ЛЭП 220 кВт. И по нормам санитарная зона здесь соблюдается. То есть для такого напряжения расстояние до жилых построек должно быть не менее 25 метров. А тут до ближайших корпусов около 50. Также по поводу ЛЭП я спросил у представителя офиса продаж. Напрягает, говорю, это высокое напряжение, что делать будете? На что мне ответили, что линии сами по себе резервные, то есть работают они не постоянно. И что сейчас ведутся переговоры по поводу их переноса. Будем надеяться, договорятся. Офис продаж находится на Расторгуевском шоссе. Он вас встретит, если вы будете ехать к территории комплекса со стороны Бутова. Красивый, заметный, в стиле светского пригорода, как и комплекс в будущем. Еще я вижу, что он оборудован смотровой площадкой, откуда можно полюбоваться стадией строительства корпусов. Реализуются квартиры напрямую, без брокеров, посредников от застройщика. И когда вы сюда приедете, я вам не советую брать с собой камеру, иначе вас может ждать та же участь, что и нас. И вы, возможно, будете общаться не с менеджером по продажам, а с охраной. Компания Urban Group появилась на рынке недвижимости в 2007 году. Занимает лидирующие места в рейтингах по надежности и объему строительства жилья в московском регионе. Является платиновым партнером Сбербанка и победителем в различных премиях в области строительства. Деятельность компании Urban Group охватывает все этапы реализации проекта, от производства стройматериалов и разработки концепции до эксплуатации сданных объектов. Проекты компании «Солнечная система», «Лайково», «Видный город», «Митина О2», Опалиха О2 и О3, Новосходинский, Ивакино-Покровская, город Набережных. Мы завершаем первый обзор ЖК «Видный город». Комплекс будет строиться еще не один год, поэтому мы сюда вернемся неоднократно. Ждите наших следующих выпусков и освещения хода стройки. Надеюсь, в следующий раз нас выгонять не станут и, быть может, даже разрешат поснимать внутри. Дополнить приобретенные знания можно на нашем портале «Квартирный контроль». Здесь есть страница, посвященная этому ЖК, где вы можете проследить за динамикой цен на квартиры, почитать дополнительную информацию о комплексе, посмотреть фоторепортажи о ходе строительства, принять участие в обсуждении и адресовать застройщику или продавцу имеющиеся у вас вопросы. Также на нашем сайте вы можете получить информацию по другим новостройкам Москвы и области. Желаю правильного выбора!